Итак, всем привет, с вами Маша и Ваня. И сегодня мы сделаем обзор на игрушек из Макдональдса. Первая игрушка это Ванина. Сейчас мы ее распечатаем с помощью ножничек. Так, откроем. Как же сложно. Вот так. Ух ты. И пингвин. У нас шкипер. Да. У нас рядовой, а теперь появился шкипер. Классно. Ваня, у тебя шкипер попался. Вот так выглядит шкипер. Покажи шкипера. Шкипера покажи. И вот колесо, в котором он катится. Сейчас мы объясним, что он делает. Вот инструкция. Хотя она немножечко помялась. Так, дай мне шкипера. Так, берем, заводим пингвинчика. Он ходит. И для этого нам понадобится колесо. И он будет в колесе ходить. Сейчас мы его заведем. Ну, пингвина. Ну, ладно, сейчас мы попробуем еще раз. Вот, смотрите, он теперь ходит по этому, по кольцу. Да. А сейчас распечатываем мою игрушку. Изображены два шкипера в виде бинокля. Вау, у меня бинокль, прикольно. Дорогие зрители, я вас вижу. Ладно, сейчас достанем инструкцию из моего этого. Так, вот два пингвина, нужно их вот так покачать. Можно вот так, ой, наоборот. Я смогу как можно дальше и больше вас видеть. А дальше все просто. Еда, картошка, чизбургер и салфетки. Всем пока, с вами были Маша и Ваня. До новых встреч!